Ну вот, глядя на вот эту картинку из окна, написала свои новые стихи. Что же может быть? Что бы вы написали? Что бы вы сказали? Такое небо, такие крыши, деревья обледенели. Всюду снег, капли дождя на стекле. Ну что ж, друзья, несмотря на такую мрачную погоду, настроение у меня вовсе не меланхоличное. Слышите, даже ветер слышно, как задувает. Но тем не менее, на контрасте я себя вдохновляю сама. Вспоминаю о лете, жду весну. И вот такие стихи написала. Прям по той картинке, которую я вам показала. Заснеженные крыши и небо цвета стали. Зима, ты задержалась, мы все уже устали. Здесь холодно и серо, нам надо ярких красок, тепла, немного моря. С нас хватит зимних сказок. Пора сменить сезон и виды из окна. Но снова надо ждать весеннего тепла, безветренной погоды, забыть свою хандру и зимние невзгоды, предчувствуя весну. Я ее предчувствую, несмотря на любую погоду, я ее предчувствую, потому что даже картинку, которую недавно нарисовала, так что значит недавно, сегодня закончила. Вот, цветы, бабочки и все такое. Весеннее, жизнеутверждающее. Желаю вам предвосхищения весны, хорошего настроения, здоровья и счастья. Подписывайтесь на мой канал. Пока, до новых встреч. Канал The Wellness Channel.